Всем привет, меня зовут Нила Маня, и сегодня я снимаю видео не одна, а с цветами и с мужем. Привет. Обычно он за кадром, но сегодня мы будем снимать видео вместе. Он мне будет играть, и мы хотим исполнить для вас песню Эда Ширана Thinking Out Loud на русском языке. Я там, если честно, чуть-чуть изменила текст, прям вот совсем капельку, поэтому критики не критикуйте. Там все по смыслу осталось так же, даже лучше стало. Знаете, почему я взяла именно эту песню? Потому что у нас праздник, день свадьбы. Мы женаты уже 2 года, нам 2 года. За эти 2 года произошло много разных событий, и классных, и сложных, но мы проходим их вместе, это реально очень круто. День, когда наши ноги не смогут ходить, от красоты остался лишь след. Знаю, сможешь вкус моих губ сохранить, улыбаться глазами в ответ. Мой милый, я буду любить тебя и после 70. Мой милый, я буду гореть тебе чувствами, как 23. Подумай только, люди неожиданно встречают любовь, а может, в этом воля небес. В тебя влюбляюсь каждый день все больше, вновь и вновь. Позволь мне спеть о том, что в сердце есть. Моя любовь, ты в объятиях меня держи. Поцелуй меня нежно под звездами. Стук сердца моей души ты слышишь в тишине ночи. Знаешь, судьбы. Когда не станет волос и память уйдет, и стадионы забудут о нас, когда пальцы твои не смогут играть эти песни, я знаю, ты будешь рядом, как сейчас. И в твоей душе будет жить мальчик все тот же. Я улыбнусь тебе, и станет в мире все возможным. Подумай только, люди неожиданно встречают любовь. Может, в этом воля. Тебя влюбляюсь каждый день все больше, вновь и вновь. Позволь мне спеть о том, что в сердце есть. Моя любовь, ты в объятиях меня держи. Поцелуй меня нежно под звездами. Послушай стук сердца моей души. Ты слышишь в тишине ночи. Знаешь, ты и я одной судьбы. Знаешь, ты и я одной судьбы. Ведь ты и я одной судьбы. Ну как вам? Обязательно, кстати, в комментариях поздравьте нас, напишите какие-то добрые пожелания, хорошо? Я буду читать и ставить вам лайки. А еще, представляете, у нас стало
В Инстаграме 12 тысяч подписчиков, в Ютубе 22 тысячи, но там уже чуть-чуть больше. Но у меня есть цель к концу года, чтобы у нас было везде по соточке, по 100 тысяч подписчиков. И я очень нуждаюсь в вашей поддержке. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, рассказывайте обо мне друзьям. Я вас обнимаю, люблю. Сильно-сильно обнимаю. Пока! Watching all the ground beneath you drop.